Всем доброго времени суток, это Invest Warrior, и сегодня я хотел бы рассмотреть проект The Fourth Pillar.io, четвертый стержень, четвертый столбец, как видно даже по аватару, здесь четыре столба. В общем, этот проект сейчас доступен для ранних инвесторов, Early Contribution, и, соответственно, хотят собрать софткап 2 миллиона долларов и хардкап 12 миллионов. Принимают эфир. Пока что идет, соответственно, Early Contribution, потом будет пресейл и потом еще краудсейл. Но даты пока неизвестны. Сейчас, соответственно, есть для ранних инвесторов. И для ранних инвесторов минималка 20 эфира и бонус будет 50%. Также вы должны пройти верификацию личности, соответственно, доказать, что вы не американец или не китаец, потому что в этих странах запрещено. И, соответственно, чтобы это сделать, нажимаете слева для индивидуальной верификации, справа для, если у вас есть фирма. Нажимаете на эту кнопку, здесь заполняете свои данные, имя, фамилия, дата рождения, где вы там живете, ваш эфир-адрес, документы, соглашаетесь со всеми этими правилами и посылаете вашу заявку на верификацию. Если верификация проходит, вы отправляете после этого от 20 эфира и получите бонус 50%. Этот ICO-проект, о чем же он, рассмотрим более подробно. Ну, во-первых, этот проект создан для того, чтобы люди могли найти свою работу, и работодатель мог найти работников. То есть сейчас в мире очень много безработных, и есть такая проблема, что постоянно берутся налоги, постоянно есть третьи лица, кто взимает комиссию. И вот этот четвертый столбец поможет убрать, соответственно, все бюрократические вещи, и работодатель с работником смогут договариваться напрямую и общаться между собой. И именно об этом этот проект. Он залистен на 90 различных сайтах, ICO Street, Token Desk, ICO Expert, ICO Drip, ну, в общем, почти на любых ICO проектах он залистен. И давайте рассмотрим, о чем же этот проект в плане, сколько токенов будет и на чем он создан. Создан он на Ethereum платформе, соответственно, ERC-20 стандарт, как большинство токенов. Всего будет токенов 400 миллионов и продавать будут 152 миллионов токенов на паблик сейле. Один токен будет равен 10 центам, евроцентам. Ну, из этого можно понять, что вначале лучше купить, потому что вы получите 50% бонус. И, соответственно, можно сказать, что ваша цена будет всего лишь 5 центов. К сожалению, принимает только эфир. Поэтому только если у вас есть эфириум, вы сможете покупать эти токены. Рассмотрим, как эти токены будут распределены. 38% или 152 миллиона продадутся на паблик сейле, и, соответственно, инвесторы получат. Дальше 38% это будет зарезервировано в экосистему этого проекта, чтобы все было организовано, чтобы все работало и так далее. 12% будет команде за работу, и они получат 50 миллионов токенов. 29 миллионов токенов или 7% получат адвайзеры, 2,5% получат, соответственно, контрибьюторы, и 1,75% получат участники баунти. Вот такое распределение, немножко мало для инвесторов, но потенциал у проекта очень большой, и очень много надо средств на его реализацию, поэтому 38% и входит в реализацию. А так команда берет очень маленький себе процент. Нажмем Public Sale Details. Как видно, ранняя продажа началась в январе 20-го. Crowd Pre-Sale будет, скорее всего, после мая, летом. И здесь будет 30% бонус. Только по вайт-листу. Дальше, возможно, будут и другие фазы. Но самое главное, то, что хотят собрать от 2 до 12 миллионов долларов. Возможно, даже не понадобятся и другие фазы, и все соберут на Early и, соответственно, Whitelist. Кто его знает, как проект пойдет. Теперь рассмотрим команду. Для этого нажимаем Team. В общем, команда достаточно известная. Здесь очень много предпринимателей, много финансовых экспертов. У них у всех большой опыт. Здесь 98 года у президента. У другого, соответственно, 25 лет опыта. У третьего с 95 года.
То есть все, в принципе, очень опытные и давно работают. То есть кто-то работает 25 лет в маркетинге, кто-то 25 лет в финансах, кто-то 25 лет в другом отделе. В общем, все они собрались и решили вот сделать такой проект. С каждым, кстати, можно связаться, у всех есть LinkedIn, людей здесь много, о каждом вы можете почитать. Также есть, соответственно, амбассадоры, кто поддерживает этот проект, представители. И есть адвайзеры. Адвайзеры, конечно же, связаны с блокчейном, связаны с SEO, связаны с рекламой. В основном в этой области. Ну и, конечно же, юридические вопросы. В общем, людей много, всех можно посмотреть, со всеми можно связаться. Также я советую почитать white paper и посмотреть roadmap. Ну, перейдем для начала в white paper. Для этого сверху нажимаем docs и нажимаем white paper. Здесь открывается white paper. К сожалению, он только на английском языке. И здесь 39 страниц. Вы можете более подробно посмотреть, о чем проект, как он работает, как все устроено и какие у него перспективы. Здесь все это расписано. Ну и теперь вернемся к главной странице и рассмотрим roadmap. Для этого идем вниз. Кстати, во многих медиаресурсах, в Дневник, в Medium, в Стимите, в SEO Voting, CoinEdge и в других сайтах говорят об этом ресурсе. Ну и понятное дело, SEO набирает много шума. Ну и теперь рассмотрим roadmap. Идея появилась, концепция во втором квартале 2017 года. Зарегистрировали фирму и прошли юридические вопросы в третьем квартале 2017. Бета и ICO началась подготовка в конце 2017. Дальше бета разработки DApp платформа началась в первом квартале 2018 года. И также разработка, соответственно, токена, смарт-контрактов и кошелька. С апреля 2 начался бета-релиз. Здесь уже и кошельки, и админ-система для организаций. И, соответственно, это уже есть. После этого вот public sale планируется на втором квартале. В третьем квартале этот токен пойдет на бирже. Соответственно, можно сказать, что уже в конце лета, осенью, этот токен можно будет продавать на различных биржах. И поэтому для ранних инвесторов вы уже сможете получить первую прибыль. Дальше в это же время будет тестирование платформы дальше и развитие. После этого в конце 2018 года уже будет блокчейн, сервис и распределение различных вещей. Мобильный wallet application на Android будет в начале 2019. Ну и в принципе так вот развитие до 2021 очень прописано, и в 2021 уже будет полноценно работать этот проект. Как видно, уже через пару месяцев планируется биржа в конце лета осенью, в третьем квартале 2018 года, поэтому для ранних инвесторов вполне реально получить раннюю прибыль. Ну и для тех, кто нацелен работать на долгосрок, здесь есть, конечно, большие перспективы, потому что планы развития уже прописаны до 2021 года. Также, если у вас есть вопросы, вы можете связаться с этим проектом и задать их лично в Телеграме. Также есть социальные сети справа. Это Telegram, Bitcoin Talk, LinkedIn, Facebook, Twitter, GitHub, Medium, YouTube, Steemit и какая-то еще социальная сеть. В общем, очень много социальных сетей. Обращайтесь, спрашивайте ваши вопросы. На этом обзор этого проекта я заканчиваю. С вами был Invest Warrior. Все ссылочки будут под видео. Инвестируйте и зарабатывайте.